Друзья, всем привет! Сегодня я решила прогуляться по нашей обычной тропе прогулок и, соответственно, показать все, что сопровождает нашу тропу. Ну или тут их много разных троп, поэтому она более считается спортивной, поэтому по дорожке можно увидеть бегающих людей. Вот сзади меня есть такая зона, где можно кушать, встречаться компаниями, делать прекрасные шашлычки на гриле. В общем, тропа наша проходит рядом с несколькими спортивными площадками, полями, где проходит как соревнования, так и просто люди отдыхают, играют. И много зон, где можно отдохнуть. Сниму, пока здесь нет никого, потому что, ну, чтобы не смущать, на всякий случай. Вот такие столовые зоны, они прям везде. Это, по-моему, для велосипедов. Мусор разделяется на две категории: трэш и ресайкл. Трэш — это который весь, все, что не нужно. А ресайкл — это то, что может пойти во вторичную обработку. Вот вроде бы незатейливое сооружение, да? Но здесь нарисовано, какие упражнения можно делать с этим сооружением. Давайте попробуем что-нибудь. Хотя бы просто пройтись по ней. Оно металлическое. Ну, конечно же, упражнение можно делать вот так. Раз. Так, два. В общем, для суставов, для мышц ног. В общем, вот такая вот она. А здесь детская площадка. Вот сегодня понедельник, поэтому здесь никого нет. Толком еще раннее утро. На улице жара. Кстати, прошли соревнования, и вот тут убирают туалеты, которые размещали накануне. Грузят их. Там ребята отдыхают. Наши полянки любимые. А рядом находится спортивный комплекс и библиотека. Вот центр здесь находится, в нем все туалеты, все такие помещения специальные. Снова пикниковые зоны. Вот какая-то еще новенькая отжималка, наверное. Да, здесь отжиматься нужно. Но я не буду отжиматься. Возрастные для взрослых и детей, я так поняла. То есть с семьей так пришли, поотжимались и дальше пошли гулять. Ребята играют в бейсбол. Thank you.
сколько тут ворон. Вау, как их много. И вот еще одна. Мы идем, идем. А здесь можно делать отжимания, держась ногами вот за эту перекладину, я так понимаю. Вот, тоже пояснение, какие вы упражнения можете делать. И держаться руками, и держаться ногами тут можно, по-разному. И там уже человек тренируется. Женщина, мужчина пошла к перекладинам. Турничок. А здесь проходит зрелище. Смотрит на бейсбол. Специальные ворота большие. Очень большие. Вся тропинка сопровождается питьем. Наша красивая тропа. Очень люблю эту тропу. Она тихая такая. Радует глаза. Ну, здесь есть лавочки, если кто устанет гулять, может присесть на нее. Друзья, спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы относитесь к таким видам прогулок, как вы вообще любите проводить свой отдых, как смотрите на оздоровительные процедуры, какие вы делаете для своего здоровья, как вы о нем заботитесь. Всем хочу пожелать хорошего настроения, новых жизненных идей, здоровья и всего самого наилучшего. Друзья, до новых встреч!